Здравствуйте, мои дорогие. Ну что ж, вот такой вот удлинитель получился у меня своими руками. В коробочку я его засунул. Получается, коробка у меня была с подмодема. Обклею скотчем. Здесь не то чтобы удлинитель, а именно на три розетки. Все три рабочие. Евростандарт. Все надежно. Как в аптеке. Вот этими самыми руками я сделал себе этот удлинитель теперь. Сэкономил, скажем, получается, рубля и 5, наверное, может 10. Просто старые розетки есть, шнур есть. А почему бы не сделать? Потратил на это, получается, где-то чистого времени 2 часа. Ну, это стоит того, когда делаешь что-то своими руками, ты знаешь, что там внутри, это качественно, это надежно. Поэтому делайте своими руками, достигайте каких-то своих маленьких побед, и тогда будут победы побольше. Такой вот удлинитель получился с коробки с подмодема, с трех розеток и шнура с подкомпьютера. Шнур с подкомпьютера. Три розетки, такой шнурок небольшой, на 1,5 метра, и коробка с подмодема. Несмотря на то, что коробка бумажная, все равно все надежно, потому что внутри я сам из 5 минут электрик, и внутри все тщательно произолировано, поэтому люблю делать своими руками, потом это еще и хвастаться. До скорых встреч. Пока-пока. Уже 1:00 ночи. Быстро время летит. Будьте счастливы.